Задачки от умника Знайки, необычные краски от художника Тюбика. А что предложат охотник Пулька, доктор Пилюлькин и другие коротышки секрет? Без воздушных шаров тоже не обойдется, ведь это их любимый воздушный транспорт. Тема ежегодного семейного книжного выходного в библиотеке Маяковского — творчество Николая Носова, автора сказок о коротышках из цветочного города. Гости узнают больше о самом Незнайке, больше узнают о его друзьях. И наши литературные игровое путешествие, оно займет, разольется по всей библиотеке. Будут использованы несколько площадок, оба этажа, то есть будет нашим гостям где погулять, где, так сказать, развернуться. Игры, головоломки, театрализованные и музыкальные задания. Из года в год Маяковка старается удивить как маленьких, так и взрослых читателей. Ищет новые формы взаимодействия с гостями библиотеки. Еще одна обязательная деталь праздника – сувенир на память. Никто уж точно не уйдет с пустыми руками. Цветочные коротышки из любимой детской сказки очень любят проводить мастер-классы. Оно у нас официально идет как 6+. Вот. Но, конечно, сопровождение взрослых, поэтому мы будем рады, если к нам придут и всей семьей, или просто дружной компанией. Вот. Я думаю, что у нас будет возможность, так сказать, хорошо, дружно, познавательно, творчески провести время, как всегда, с нашими любимыми читателями. Семейный книжный выходной на большом воздушном шаре пройдет в библиотеке Маяковского 24 сентября в 12:00. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.